А перед началом видео я рекомендую вам подписаться на мой новостной канал Telegram, в котором вы раньше всех будете узнавать о новых проектах, о выплатах и о свежих новостях. И это еще не все. Подпишитесь и узнайте больше. Всем привет! Вы смотрите канал Интернет и Деньги, и уже очень и очень давно не было новых видео по проекту Wise Deposit. Сегодня я решил такое видео сделать и заодно показать вам выплату, то что проект платит. Кстати, работает, если вы не в курсе, он уже более 3 лет и работает по франшизе суперкопилки, то есть схожий маркетинг, все продумано, и именно благодаря этому, я считаю, он работает такое длительное время и, вот, скорее всего, работает еще столько же или даже дольше. Итак, давайте я перейду в кабинет и будем смотреть, что там и как. Итак, на балансе, как видим, у меня 10.64. Именно эту сумму я буду выводить себе на Perfect Money кошелек, потому что раньше я выводил на Pair. Как вы знаете, Pair перестал работать с хайп проектами и, соответственно, отсюда Pair тоже уже убрали, и на Pair теперь выводить нельзя. Поэтому вывожу на Perfect Money, но, конечно же, Wise Deposit я как таковым хайп-проектом не назвал бы, потому что это скорее такое сообщество взаимопомощи, которые постоянно делают реинвесты и работают по стратегии закольцовка, ну, большинство. И так проект работает долгое время, потому что на постоянных реинвестах всегда идет приток денег, и, соответственно, люди постоянно зарабатывают на полном пассиве, даже без приглашений. Хотя партнерская программа здесь тоже есть, вот как видим, 10% от партнерских вознаграждений вы будете здесь зарабатывать. Соответственно, чтобы зарабатывать, создаем депозиты. Вот сюда переходим в раздел депозиты. Тут ищем свободные места. Как видим, вот тут у меня на первых неделях нет, потому что я уже их прошел. Могу я начинать создавать с 10 недели. Вот, кстати, 3 депозита у меня созданы. Как создавать депозит? Все просто. Вот тут вы нажимаете кнопочку «Создать депозит». Далее тут придумываете любое название. Можете написать на мороженку, либо просто депозит номер 1. Далее, здесь, как видим, сумма минимальная и максимальная, которую вы можете вложить на данную неделю. Ну и, конечно же, доходность, вот какой капитал и какая у вас будет новая карма. Все это смотрите, здесь выбираете себе сумму выплаты, ну либо сумму депозита, главное, чтобы сумма не превышала вот эту максимальную, которая на этой неделе дозволена. И нажимаете кнопочку «Добавить». Все, денежка списывается с вашего баланса, у вас работает депозит. Ну и так на следующую неделю и на следующую. Главное все делать ровненько по каждой неделе и следить за кармой, потому что если у вас будет карма меньше, чем 100%, вот как видим, карма у меня сейчас всего 23%, и вот если, например, будет адаптация, то я карму не пройду, и вот те как раз 3 депозита, которые у меня созданы, они отодвинутся на 1 или 2 недели, уже точно не помню, что там из 2. В общем, вот это так работает, главное здесь следить за кармой, создавать новые депозиты. Позже вы можете заходить в график выплат, здесь будет вот такая шкала, как видим, у меня вот тут малюсенькие выплаты, здесь видно. Вот, если вы будете, соответственно, работать с депозитами и работать на постоянке, то, конечно же, можно здесь вкладывать сумму и стараться вот делать такой ровный график, чтобы постоянно каждую неделю получать выплаты, соответственно. Ну а мы тем временем будем переходить к выводу средств. Давайте опять перейдем в мой кабинет. Здесь у нас есть кнопочка «Запрос на вывод». Нажимаем на нее, далее выбираем платежную систему. Как видим, можно выводить на Nix Money, на Perfect Money и на передоплату взносов. Я, конечно же, буду выводить на Perfect Money. Нажимаю галочку, нажимаю далее. Теперь вот тут мне необходимо прописать номер моего Perfect Money кошелька. Я его сюда просто вставлю, далее прописываю сумму. В моем случае это 10.64. Вот курс 1:1, то есть сколько вывожу, столько должно прийти на кошелек. И здесь, как видим, нужно подтвердить новый кошелек. Это потому, что ранее я выводил на Pair, а теперь мне необходимо подтвердить Perfect Money. Нажать кнопочку, мне необходимо выслать смс с кодом. Вот здесь прописан мой номер телефона, я его просто скрыл. Сейчас жду смс-ку, вот сюда вставлю код, нажму кнопочку подтвердить. Вот, код мне пришел. Давайте я сейчас посмотрю. Так.
Все, код я прописываю. 3680. У вас будет свой код, когда вы будете подтверждать соответственно. И нажимаю кнопочку «Подтвердить». Так, выплаты происходят согласно регламенту. Но регламент здесь, ребят, ручной, так что необходимо будет поставить ролик на паузу и подождать выплату. Далее нажимаю кнопочку «Отправить». За время оформления заявки курс изменился с одного на... Ну, короче, я думаю, вы поняли, что все-таки один к одному. Все, нажимаем «Ок». Все, в принципе, выплату я заказал. Давайте перейдем опять на главную. Так, выплата, видим, почему-то не заказалась. Это, скорее всего, связано с тем, что я подтверждал свой новый кошелек. Давайте еще раз нажимаю запрос на вывод. Так, Perfect Money. Далее. Уже, как видим, кошелек у меня прописан. Далее необходимо прописать сумму. 10.64. Вот, придет чуть меньше. Есть, как видим, небольшая уже комиссия. Нажимаем кнопочку «Отправить». Все, теперь, как видим, вывод я заказал. Вот у меня написано, ожидается вывод 10.64. И если вы заметили, то здесь в правом углу появлялась табличка. Там было написано, что при выводе со мной может связаться сотрудник проекта Wise Deposit. Когда я, кстати, заказывал первую выплату в проекте свою, то ко мне позвонил человек, и он удостоверивался, что это действительно я, то есть, ну, что... Мне какой-то мошенник сломал мой кабинет, действительно, я вывожу средства. Он мне позвонил, позадавал некоторые вопросы по проекту, название, например, какие у меня созданы здесь депозиты и так далее. Я все это подтвердил, и выплату мне сразу обработали. Но потом я уже заказывал без звонка, не знаю, как будет в этот раз. В любом случае, ролик пока что ставлю на паузу и буду ждать выплату. Итак, ребят, выплата мне уже пришла, причем еще вчера, то есть в тот же день, что я ее и заказывал. Просто вчера вечером я забыл посмотреть, есть ли уже выплата у меня на кошельке. Здесь, как видим, баланс уже 0, также пропала строка «Ожидается на вывод», то есть уже выплата произведена. И если перейти на мой Payeer кошелек, то, как видно, вчера 26 января 18.33 плюс 10.64 из проекта Wise Deposit. Так что, как видим, проект платит, и я думаю, он еще будет платить долгое время. Очень классный проект, всем рекомендую, но только для начала необходимо разобраться с маркетингом. Ссылочка на Wise Deposit будет под видео в описании. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Вы были на канале «Интернет и деньги». Всем удачи и профита, и до новых встреч!